Всем привет, всем доброе утро. Давно что-то мы с вами не завтракали, но у меня сегодня, знаете, такой завтрак лайтовый вообще, ну ничего особенного, интересного здесь ничего нету. Сейчас я вам все покажу. У меня кофе, хлеб, ну грубо говоря, с маслом, это вот та самая сметана деревенская домашняя. До сих пор она у меня, я ее мажу на тосты. Яйцо и сосиски. Такой вот завтрак, ничего необычного. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Всем хорошего, удачного дня. Исюнья. У меня пчела укусила. Она хотела, но не укусила. Потому что я ее прибила. Да ладно ты, сочинять-то. Меня спрашивают, Алексей, говори, какая у вас погода? Сегодня, ребятки, у нас плюс 17, солнышко. Тепло, хорошо. Мы спешим в школу. Да, Лиса Алексеевна? Гу-гу, гу-гу. Шевели, давай, а то опоздаем. Я отвел Алисеньку в школу. Сейчас поеду, скорее всего. Да не скорее всего, а точно обратно домой. Какие, в общем, у нас новости? Сегодня папа приезжал с утра с Татьяной Викторовной. Татьяна Викторовна ходила в парикмахерскую к Артуру туда, в шоколад. Ходила подстригаться. Папа с нами в это время посидел, я его напоил чаем, он поиграл с Алисенькой, в общем, и все. И Татьяна Викторовна как раз из парикмахерской вышла, а мы поехали уже в школу. В общем, не удалось нам Татьяну Викторовну затянуть домой, угостить, напоить чаем. Ну да, я думаю, ничего страшного, она особо не расстроилась. Вот. Далее, что у нас еще нового? Нового по поводу кухни. Папа посмотрел, ну, там как бы, в принципе, и так все было ясно и понятно, что Саша сделает круто. Папа вчера сделал подсъем, отправил, мы все это видели с вами. Кухня получилась реально очень классная. Еще что. Позвонил сегодня мне утром Виталя. Виталя, я, короче, не буду вдаваться в подробности, что и как у него произошло, почему он не смог выйти. Эти дни не работал, но, по крайней мере, он сказал, что завтра выйдет и начнет уже, приступит к монтажу плинтусов. Я же, в свою очередь, хочу завтра поехать в станицу, чтобы, ну, посмотреть утром, как Виталия начнет, как приступит, как у него будет получаться. Плюс к этому ко всему убрать мусор, то есть там очень много коробок такие осталось после того, как Саша смонтировал кухонный гарнитур. Мне все это надо вытащить оттуда для того, чтобы Виталя мог, ну, спокойно монтировать эти плинтуса, ему чтобы ничего не мешало. Далее, что еще? И заберу тоже, скорее всего, завтра у папы машину для того, чтобы сдать остатки икеевской кухни. Там осталась панель, там остались какие-то ножки, полки, еще что-то. В общем, все, что лишнее, там шкафчик 1 на 20, в общем, бутылочница. Все, что лишнее, все сдать обратно в Икею. Потому что там одно, пятое, десятое, то все там, даже если 1005 рублей выйдет, все равно это... Ну, это же нормально, это же просто сдал, а не выкинул на мусорку. Короче, так как-то. Я уже дома, хочу поставить бульон варить. Здесь у меня реберная часть говядины, ну, такие ребрышки. Знаете, какие я покупаю, я вам показывал. Лук, морковь, перец с горошком. Все это закрываем, ставлю сейчас бульон, а потом буду уже заправлять. Пока готовится, подумаю, какой супчик я сготовлю сегодня. Думал я, какой супешник забабахать. И решил, а не забабахать ли мне гречневый супешник? Мне надо всего один пакетик увелки, морковь, лук и пару картофелин. А картошки-то у меня нету. Я на днях приготовил курицу с картошкой и всю ее кончал. Поэтому пока бульон у меня доходит, схожу-ка я за картофаном. У нас тут... Магазин открылся. Яблоко. Слушайте, а он уже, похоже, закрылся. Там большими буквами аренда написано. Ну, недолго он проработал. Или все-таки открытый. Не пойму. Ну, сейчас зайдем, посмотрим. Там, если что, картошку купим.
Овощи, фрукты, орехи написано. Нет, открыт. Зашел за картошкой. Купил еще перец. Купил еще мандарины. Мандарины зеленые, такие крупные. Сейчас, думаю, приду попробую. Но сказали, что должны быть сладкие. Алиса со школы придет, угощу мандарины. Пошел процесс сброса давления. Сейчас давление скинет. Процедим бульон. Добавим наши овощи. Я уже почистил пару картошин, порезал. И гречку. А мясо я хочу сразу же отделить от кости. Все обратно закинуть. Ну и поставить еще минут на 20 для того, чтобы овощи приготовились. Вон, смотрите, какие зеленые мандарины. Я одну мандаринку почистил. Такой аромат стоит, обалденный. Сразу Нового года захотелось. Крутецкие мандарины. Вкус Нового года. Ух, какой наваристый бульон получился. Сейчас мы все это процедим, помоем и обратно все закинем. Ну, я имею в виду бульон, мясо, а все остальное, заправку, там картошку, морковку, лучок, закинем. Ну и, конечно, гречку. Мяско отделил, бульон процедил. Смотрите, какие косточки остались. Это Альфи. Вадика собаки отвезу завтра. Пусть грызет. Так, ну все, добавляем, короче, мы картошку, лук, морковь. Добавляем пакетик гречневой каши. Каша у нас обычно готовится 10-15 минут. Значит, так и сделаем. Закрываем. Выбираем программу, суп выберем, и время приготовления мы выберем тогда всего 10-15 минут. Так вот, все, поехали. Вот я лошара, окорал. Пока с вами болтал, забыл посолить и поперчить. Поэтому солим, перчим и снова закрываем. Приехала за лисью ней. Как она, интересно, сегодня у нас отучилась. Забрала лису, она попросилась на детскую площадку возле школы. Смотрите, скалолазка. Поиграть надо и побегать, попрыгать, размяться. Вот как такое может быть? Мне сегодня к стоматологу в 2:30. Я помнил об этом, но когда забрала лису, она мне сказала, пошли на детскую площадку, я поиграю немного. Я, ну как я могу отказать ребенку? Ну конечно, пошли. Вот и все, и пошли. Я забыл про стоматолога. Мне сейчас из стоматологии звонят. Я говорю, подождите 2 минутки, я сейчас буду 2 минутки. Но мы здесь рядышком, у нас здесь на юбилейном все рядом, все близко. Поэтому... Ну так получилось, совсем из головы вылетело, что у меня стоматолог сегодня. Сходил я к стоматологу быстренько, поменяли мне этот резинки, что-то натянули, подтянули, в общем, разворачивают мне мой зуб на 180. Рассказывай, ты чем занималась, пока сидела там, короче, ждала меня? Ну, короче, я конфетки пил, водичку смотрел. Как? Ну, приехали в дар пиццу. Алисия Алексеевна, будет у нас 4 сыра. Любишь пиццу, да? Обожаю. 4 сыра? Да. А еще чем? Люблю пепперони. Чай Липтон еще? Ну да. Пепперони? А можно кусочек это? 4 сыра. Можно. Ну, наелась, мышка. Ага. Домой погнали. Теперь я буду обедать. У меня там супчик. Смотри. Гречневый. Смотри, как береза растет. Смотри. Прямо из-под дома, видишь?
Ее, скорее всего, спилят. Ой, хулиганье, положи, пожалуйста. Поехали домой, все. Мы с Алисой Алексеевной приехали домой. Аромат стоит просто обалденный на всю квартиру. Ну, и я налил себе ароматного супчика. Вот так все это выглядит, мероприятие. Да, я добавил себе сметанку, добавил зеленушечку. И сейчас буду снимать пробу. Не знаю, вот кому как, мне нравится гречневый супчик. Обалденно. Всем, кто кушает, приятного аппетита. А еще лук, как буратино, так в прикуску с луком. Кусочек мяса. Круто. Время у нас 4:30. Лисюна попросилась погулять. Но я не против, темнеет-то рано. Поэтому мы погуляем. И если там ей что-то и задали даже, она это все успеет сегодня сделать. Но я своему ребенку верю на слово. И она сказала, что всю домашку сделала уже в школе. Поэтому вечером мне останется только проверить. Пойдем куда? В парк? Да. Пойдем в парк. Ходили в Пятёру, купили Мане корму. Манька! Так а ты не голодный? Ну, Маньку тут кормят, я думал, ты совсем голодная. Ну, давай я тебе корму насыплю. Тебе, наверное, корм-то больше нравится, а? Мань. Мяу-мяу. Манька одна осталась. Котят всех разобрали. Кушаем на здоровье. Ой, как вкусно. Ой, как ждала вкусного корма, да, Маня? Вот так, ребята, сегодня у нас прошел день. Всем пока, подписывайтесь на канал. Ставьте удачки, лайки, лайки обязательно и подписку. А я пока буду его трясти голову. Пока-пока.